Доброе утро, Дмитрий, Александра. Мы сегодня приветствуем вас из новой локации, ресторан «Верди» с великолепным панорамным видом. Мы встречаем утро с шумом моря, и сегодня у нас в Ялте великолепная погода. И в гостях у нас Дмитрий Сергеевич Карнаух, заместитель главы администрации Ялты, и мы будем говорить о том, как Ялта будет встречать 8 марта. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы на эти праздники? Ну, во-первых, спасибо, что пригласили в такой замечательный день и в такое замечательное место. Спасибо, очень приятно с вами проводить эфиры. И хотелось бы рассказать о том, что Ялта очень основательно по решению главы администрации Ивана Ивановича Ингрунта, мы очень основательно подходим ко всем нашим массовым мероприятиям. Мы начали с Нового года, мы его провели очень торжественно, очень много мероприятий, мы украсили город, и отзывы очень положительные были у гостей и у жителей курорта. Мы также двигаемся в направлении и 8 марта, это важный, самый важный женский день. Иван Иванович очень трепетно относится к женщинам, и поэтому программа очень масштабная. Мы празднуем с 6 по 9 число. У нас будет много мероприятий, много артистов. У нас будут такие интересные мероприятия, как там приготовление чеховского вишневого пирога, вот потом раздача всем желающим. Да, бесплатно. Нужно успеть. Да, также благодаря дружбе Ивана Ивановича с Черноморским флотом у нас будет стоять военный корабль, который будет проводить экскурсии в эти дни бесплатно также. У нас будет много интересных артистов, у нас будет гастрономическая ярмарка. Целый план мероприятий, он будет размещен в интернете, уже размещен, скорее всего, где вы можете посмотреть для себя что-то удобное подыскать и приехать к нам в гости. На каких локациях будут проходить все эти празднования? Это, как правило, стандартная локация, это на набережной в районе 4-5 причала. Там будет и гастрономическая ярмарка, там будет стоять и сцена, и там будут стоять арт-зоны. Арт-зоны будут по всей набережной, где можно будет ходить, фотографироваться и отмечаться о том, что ты приехал в Ялту на 8 марта. Я знаю, что будет еще некий проект у вас «Дама с собачкой». Да, у нас там много привязанных к Чехову проектов. И «Дама с собачкой», и фестиваль шляпок, и парад ретро-автомобилей. То есть, я думаю, каждый для себя найдет что-то интересное. Коллеги, в общем, у нас в Ялте на эти выходные запланирована огромная, масштабная, очень яркая, насыщенная программа. И приглашаем всех в наш город счастья, в Ялту, на эти выходные. Дмитрий, благодарю вас. Спасибо, ждем гостя. Коллеги, передаю вам слово. Ну, спасибо, ребят. Нам нравится видеть вас с утра с видом на море.